Понял. А еще можно сунуть присланного гипнократена. Шкафчик, шкафчик. А, уже стоит. О, квест появился. Что-то я проебался. А квест все взяли на Синдру? Все взяли на Синдру. Один я дурак. Там, где хилили Вальку, лежал дракон. Там, где Валька стояла, вот в центре, стоит теперь баба. У нее восклицательный знак над головой. Куда он побежал? Возьмете после трэша, стойте вы, возьмете вы этот квест самый. Я засумантишь. Матума и Виби спулили. Я. Сейчас стрелут. Значит, да. Мелкий. Да.
заберите квест, кто не взял. Можно мамонта? А сейчас суманут, возможности нет. Мне там осталось. Когда танком скучно. Че, будут боешки или нет? Боешки будут, нет? Нет, там лежала сфера сверхобезьяны. Ну это что, боежка даже, нафиг она нужна? Колечко, сука, охота была, которая не упала. Наркоман, какой вихрь, ты чё? Говорит, не достаю. Это всё потому, что ты вихрем не попал. Thank you.
Турбиос заныкал. Дай тоже покушать. Off. Я хотел накануть здесь чат видос, но подумал, что лучше не надо. Там личные разговоры, такие милые. А, ты все это записал и выложил. Чулан. Да, ты на нее еще гильдейский банк поставь. А сейчас сделаем. О! Подожди, не пуль, дай куртку одеть. Синдрагоса там холод, боюсь замерзнуть. О, все ништяк. Да, здесь. Не знаю, ничего не висит.
Бля, я думал, вы кушать будете. Лока уронили. Лок вылетел. Да, ошибку выбило. Освобождаем. Там чуть-чуть подвинь, Микстурыч, на метр. К нам. К нам, говорю. Это много. А я вот за притяжку боюсь. Да, трое человек сдох. А в вставалке нет. У меня вставалки нету. Я хз, почему вставалки нет? Пиздец, ты чаржнулся, нахуй. Чё вы делаете? Вы не видите, вы так дуб падает. Ой. Челкин умер после того, как ты сказал падать. Вы разбили, меня грохнуло сейчас. Войт, вопрос. А кто-то пятую глыбу не вынес, да? Вынесли все. Ты не видел рядом со мной, кто стоял? Нет, тут все немножко. Просто мы с прошлой гильдой, когда били, мы били на балконе, я не привыкла, что метеориты будут падать. Там 2-3 человека, когда там кинулось 2 глыбы. Умер Утя, Фелраш и Пчелкин, потому что добили склеп. Вот эти трое людей не виноваты. Утя, Фелшар и Пчелкин. Остальные хз. Челкин с Дон Глыбы разбили. Я просто не понял, да, а как меня достало-то? Я же со всеми вместе бежал. Все равно видел, как Фелшер и кто-то там еще. Вы не виноваты, наверное? Но когда падает бомба за глыбы, нужно отбегать. Это так. Я буду в центре стоять всегда, в центральной глыбе.
Если глыба падает на лестницу в кружок, байда, то вы отбегаете за глыбу на поле. Вот сюда. А что ты хочешь поставить на глыбу? Чё, 5 человек, не знаю, как есть замены. Зависть, он на месте бежит. Я смотрю, как вы бьете, но я хилить не мог никого и двигаться. Да, да, да. Слева лежу. Ну, бля. Нет, она в КД. Из-под синдры мы все вместе выбегаем. Какого-то хрена вы вперед уходите? Справа близко.
слева же. Я уже заливал я. Он хаприст. Он без духа. Ну смотри, бля. Я бежал вперед, совы. И вперед, ШП. Его захотал, пока бежал, я не знаю. Ну там пацаны побитый какой. Попал. Он резался, он умер после камня. Нет ничего. Войт, это будет сейчас. Тупо хилил. Я даже не бил Войт. Я просто стоял в сове и хилил людей. Не сдохли. Вот, я успею роутер перезагрузить 3 минуты. Ок. Без проблем. А, не, ну, если ты менять никого не будешь, просто я бы роутер перезагрузил, а то интернет кончит. Окей. Анкатру вроде тут был. Джефф сопоставил.
Что там замены? Чувак, у тебя торговцев нету на моменте. Тыкните на шкаф. Да какой 6 хил? Они, блин, в 3,5 хила хилили, господи. Шарпи сдох, блин, этот шаман сразу сдох. Нет, давай... Да, я перезапустил, вроде бы был 6 хил. Да. Давай, теперь я один момент тебе скажу. Я вот последний раз, когда сдох, я специально мышку сделал наверх и смотрел, где я бегу. Я бежал вперед совы, бежал вперед ШП, бежал вперед многих, но умер, блядь, сука, именно я. Какого хрена они не сдохли? Меньше вот ШП, меньше брони. Нет, потому это... что вперед их бегу. Задержка лично твоя с сервером. Тебе кажется, что ты бежишь впереди, а на самом деле ты сзади, и ты умираешь, потому что задержка идет лично твоя с сервером. Какой у тебя ник, который от протяжки умирает? Присланный. Хорошо. Я в первый раз с этим сталкиваюсь. Да. Не, но он старался. Часть время, пока там Долран, сокеты быстро вставить в поясок. Я ластра, и мне надо в магазин будет уйти. А то он закроется, и я ничего не успею взять. Если у тебя магазин рядом с домом. Сейчас бы мог успеть. Ну, если будете ждать, я прямо сейчас схожу. Не лагаю. Ой, господи, в обычку 6 хилов идем. Это пиздец вообще.
Нафиг он второго Холи Приста сделал, я вообще не понимаю. Никто не говорит, что он плохо хилит, но ДЦ тут профитнее был. Тоже те же метки шел давать. Я вот сейчас сдох в глыбе, блин. Так не хотается, понимаешь? Я подошел. Вот и даже под освобожденкой эти долбанные глыбы. Вот, я просто никогда в жизни ее на лесенке не бил. У меня сейчас немножечко большая паника. Потому что всю жизнь я ее била на балкон. Ну, все-таки нестандартная для меня ситуация. Господи, да можно метки эти поставить вот в центр этой комнаты. Разницы никакой, блин. Ну, это все-таки дело привычки. Никакое дело привычки, это все фигня. Все чушь полнейшая. Кто-нибудь слышал про условный рефлекс? Ну, биологический факт. Сжимая трава. Вот, давай на меня метку поставим. Я не знаю, дай мне ассист, я поставлю на себя метку. Она не сбросится вообще никогда. Если они прятаться не умеют, я хз. Можете сломать, если что. Там Красен есть. М-255, тот, которого ты кикнул с принцев, по-моему. Шикарно. Сейчас мы доберем кого-нибудь, будем гулять, он зайдет и спросит место есть. Да, потом скажет, я был на замене, дайте ЕП. У меня есть брат, еще один. Войт Кемася пишет в луже. Охуенный друг. Фурик пишет Войт 256. Петра охуенный друг. Охуенный это потому что тёлка или охуенный потому что нормально хилит? Хорошо хилит. Охуенная тёлка. Просто было по охуенной тёлке, похуй как хилит. Я прям предвкушаю замороженный рейд. Кто будет куколд? Уже по рейда штаны спустил он до колен. Куколды плюс чат. Ребята, квест на чё? Астендру.
Злой ты какой. На великана. Я бегу, возьму. Никто еще не заходил. Ну а куда? Мы их суманем, пока заходим. Фласки пейте. Заебало. Риктор, почему у тебя такой ДПС маленький? Ну вот это вообще смешно. В твоем гире давать дохнет, наверное. Понимаю. Ой, ты пытался. Вот это ты батишь, вообще нереально. Рыба. Где рыба? Пиздец, с пола на стол не можно было. Вот, мне кажется, с такими сокетами в рейд вообще можно даже вот просто не идти самому. Ничего не хочу сказать, но... Крытинг устойчивости. Там рыба есть? Трансмут АП ДПС. Я подвис. Тему еще надо убрать. Тотем, бета. Фитри, не понравилась твоя шутка про глыбы. Три человека упало на первый. Чё ты, куда здесь БР это уже? В том, что делать без БРов, когда ещё кто-нибудь пойдёт.
В одну. Не, ну судя по ДПС, да. Потерялась рыба. Справа стоит рыба. Видео пересматривал. Какой-нибудь усач. Он меня вмешательство сделал. Центр. Лево близко за глыбой. По центру на лестницу. Понимаю. Налево. Глыбы разбейте. Свободы ПДК, дайте кто-нибудь микстурка, вон вдалеке идет.
Видом дайте по нему, а? Да сука шуршит, блядь. Варшок, ловни микрофон. Она будет во время глыбы, вот сейчас. Блин, сейчас приморожу, отойди. Потому что я бы заморозил. Разверни босса в другую сторону, и он встанет в центр. Пан упал. Свой паладин. Пана, блядь. Захильте его.
Бейте босса все. ДЦ нужен в рейд? ХП за хуйню собираешься раздавать? Уже пора бы. За бомбы. За фриз двух варов на прошлом трае. Один вар точно могу сказать, Риктор, он постоянно ловит бомбы. Мне кидай ГП, я одну бомбу словил на прошлом трае. Кто там, блядь, вторая бомба? Я тебя сдыхал на глыбах. Какие-то злые. Элрей, кидай мне тоже. Я одну бомбу ловил. Потому что оно это, блядь, не дело, а все будут дальше так ловить. И все это будет безнаказанно. Паладин отдали. Пипипау, который на каждой бомбе. В смысле, я здесь на бомбе не сдох и ничего не сделал? Нет, не сдох. Я говорю, за глыбы прячься, не про это хотел. За глыбы забегай. Ты сейчас за что? За смерть дал или за то, что бьет? Похуй, смерть, не смерть, бомбы не стоит ловить. Сейчас я просто буду, сука, за всеми палить, кто что ловит. Раз вы по-другому не шарите. Ты дал сначала 200 ути, потом еще 100 сверху. Freedom. Ты
Я тоже говорю, метка. Справа, блин. Право близко к центру. Лево близко. Лево близко к центру. По центру. Слева близко. Не отбежала. Да. У меня есть. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь у смертных. Это что за хуйня сейчас была, нахуй?